Друзья, всем привет из фикс-прайса. Давайте посмотрим новиночки, которые появились здесь, в этом фикс-прайсе. Что так пробежалась, тут посмотрела. Смотрите, вот такая кружка, 470 миллилитров, материал стекло, производитель Китай, Kitchen. Две надписи нашла, Happy Holidays и вот такие еще. Смотрите, симпатично смотрится, толстое стекло, Magic Time. Не указал производитель, какие температуры выдерживает, потому что я сколько не показываю такие стеклянные чашки, кружки, мне сразу начинают писать, что у них все там лопается. Не знаю, не могу ничего сказать, ничего не указано на этикетке. И посмотрите еще какое красивое блюдо, вот такая прозрачная рыбка. Стоит такая тарелочка 79 рублей, 24,5 сантиметра в диаметре. И второй вариант из этой серии — это вот такой салатник. Смотрите, 600 миллилитров, 79 рублей тоже. Очень здорово смотрится для какого-нибудь рыбного салатика. Прикольно. И еще новиночки в стеклянной посуде. Вот такая красивенькая минажница на 4 секции, 18,5 сантиметра в диаметре. Китай, стоит 99 рублей. А затем вот такое блюдо. Так, размерчик у него 19 на 12,5 сантиметров. И еще есть поменьше. Это вот такое. Ну, тоже что-нибудь положить. Какие-нибудь вкусности, салатики. Ориентировочная цена 79 рублей. Пока здесь непонятно с ценой. Вот эти вот подобные баночки были с кисточками. Еще, по-моему, с чем-то такая палочка для меда была. Но здесь вот только кисточки. Я смотрю, очень много их. То ли их привезли, то ли выставили. Где-то, может, затерялась на складе, а теперь решили выставить. Баночка стеклянная, кисточка силиконовая. 79 рублей, 250 миллилитров. А вот еще из этой серии нашла ложку. Но она единственная здесь. А нет, вот еще. В общем, они по разным местам расставлены. Такой вариант еще есть. В канцелярии появились вот такие детские раскраски с блесками. Здесь 6 штук красок в наборе, 3 листа для раскрашивания и кисточка от палитры. Называется «Спортсмены». Так, и еще новые ручки от Берлинга, вот такие синие чернила, 8 штук, разноцветные корпусы. Так, и второй вариант — это вот такая раскраска ручек, тоже синие чернила, 8 штук в наборе, стоят такие 79 рублей. Ножницы для детского творчества с мягкой поверхностью, очень удобно держать в руках, закругленные кончики и разноцветные. Вот эти вот ручки есть и зеленые, и красные, и желтые, и синие, в общем, разные. Ой, сейчас повешаем. 79 рублей. Пришли новые домашние брючки женские, вот такие, производитель Узбекистан, 100% полиэстер, расцветки разные есть, вот такой вот, смотрите. И вот еще здесь, который я не вытащила. Так, это такой. Вот еще такой вариант. Вот это, например, 46 размер. Мягкая здесь резинка. Думаю, комфортно будет. Жалко, что еще по низу нет резинки. Люблю, когда внизу еще резиночка. Друзья, из серии «В клетку» пришли еще вот такие подставочки под горячее. Диаметр не указали. Пробка и керамика в составе. Смотрите, какие варианты расцветок есть. Ну, под каждый поднос вот все расцветочки. Можно собрать целую большую коллекцию. Тут и кружки, которые уже, в принципе, показывала. И чайные, вот такие большие. И пришли еще вот такие коробки. Материал углеродистая сталь. 2,2 литра объем с крышкой. И тоже смотрите, какие варианты расцветок. Все можно подобрать в тон.
чуть не пропустила, их случайно заметила. Стоят такие баночки 199 рублей. А цена подставок 79. Смотрите, друзья, как тут свинка-копилка золотая соседствует с этим деревом. Очень даже неплохо смотрятся вместе. В общем, дерево такое стоит 199 рублей и копилка в такую же цену. Я ее покупала похожую в прошлом году, по-моему, и стоила она 99 рублей. А вот такая у меня, кстати, очень вместительная, хорошая копилочка. Здесь у нее вот такая заглушка есть прорезиненная. Классная. На вот такие подсвечники новогодние сейчас скидка по карте фикса по 225 рублей. Материал доломит. Есть еще белые с перфорацией красивой. Здорово смотреться будут, когда будет гореть свеча. Пришли новые мягкие детские игрушки. Посмотрите, какая милота. Полипропилен, холофайбер и полиэстер в составе. Вот такой вот динозаврик. И смотрите еще какой. Стоят такие игрушки 299 рублей. Милота. Новые контейнеры с крышкой. Вот здесь по бокам закрываются. 3,3 литра. Вот такой вот. Подойдет для пищевых продуктов. Два варианта расцветок. Вот еще какой. Так, наш производитель это. Стоит 99 рублей. Новая пряжа, посмотрите, с какими градиентами, вот такая. 60 грамм здесь, производитель Китай, стоит 149 рублей. И варианты расцветок вот какие. Что-то бедненькое сегодня в фиксе, мало новинок. Новые мочалки, посмотрите, какие вот тут, то ли морковка, то ли что это. Такие веселенькие, вот еще зеленая. Цена здесь одна, 55 рублей. Ну, есть и обычные, без декора, вот такие. Пришли новые мыльницы, посмотрите, полипропилен и полистирол в составе. Вот такая интересная, как она тут должна выглядеть-то, вот как-то так. Есть присоска, на которую она крепится, и несколько вариантов расцветок. Такой голубой цвет, есть еще зеленый, и еще где-то вот бежевый, вот такой. Стоят такие мыльницы 59 рублей. И еще одна новая интересная классная новиночка. Это ёршик для унитаза. Посмотрите, какой он формы. Узкий вот такой. И тоже он крепится на вот здесь присоску вот такую. То есть можно прикрепить на стену, я так понимаю. Очень здорово, кстати говоря. Не будет мешаться убираться. Не нужно будет ничего отодвигать. Расцветки только такие. И еще вот такие пришли коврики для ванны, антискользящие, 40 на 65 сантиметров. Цвет вот яркий такой, салатовый, голубой и серый. 79 рублей. Есть еще коврики и большего размера, но они уже идут с рисунком. 299 рублей, 65 на 120 сантиметров. Появился вот такой новый чай от Липтон, согревающая малина. Чай черный со вкусом малины. 25 пакетиков, стоит 39,50. 1,5 грамма каждый пакетик. И еще. Так. В общем, уронила пару пачечек, там ничего страшного. И вот такой вот Липтон еще, душистый чабрец. Здесь тоже 25 пакетиков, по 1,5 грамма каждый, 39,50. Так, и вот такая серия. Я, кстати, такие чаи покупала в Доброцене, целой упаковочкой. Очень выгодная была упаковка. А здесь продается по отдельности по 59 рублей. Это пирамидки, 20 пакетиков, черный чай с бергамотом и малиной. Есть еще с апельсином и кусочками манго. Так, и вот этот посмотрим. И просто желтый, да, черный чай. Без всяких вкусов. Тоже 20 пакетиков. Такой уже по 59 рублей. На вот такие конфетки Конфеста. Скидочка сейчас по 69 рублей по карте фикса. С нежно-сливочно-кокосовым кремом. Очень похожи упаковочки на Рафаэлке. Смотрите. По 69 рублей. Новые печеньки от Любятово. Посмотрите, вот такие. Лимон и мята. 200 грамм. Стоит 59 рублей.
Есть еще шоколадные воздушные. Тоже в такую же цену. Друзья, вот такую кильку я не видела. Килька копченая в томатном соусе. Масса нетто 250 грамм. Так, что тут еще? Балтийская неразделанная. Стоит 33 рубля. Замочком упаковка. Скидочка на шпроты 69 рублей. И вот на такую иваси копченую. Здесь 190 грамм. Тоже по 89 рублей. И печень трески. Также по скидке. 75 рублей по карте фикса. 130 грамм. И из новиночек посмотреть. Вот такой ароматизатор для дома. Новогодняя сказка. Пряности и сладости. Только такой аромат. 8 грамм. 49,50. Все, друзья, на этом все. Если вам было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.